потому что когда они появились на Земле, Солнца и Луны еще не было. Поэтому более всего они почитали эту богиню Варду. Звали ее Эльберет Гилтониель, возжигательница звезд. Ты помнишь, каким он
дух, и в глазах тех, что глядят на тебя, плавают осколки стекла. И на стене над тобой указатели кирпичи тупик, и перед тобою кот он, но нечем играть. А птицы, летящие в небо, закрывают от себя звезды. И ты смотришь им вслед и знаешь, что они разобьются о твердь. И твоим друзьям все равно, и в планах на новой жизни одна моя. Тогда пусть спасет тебя пустота. Свершение чудес.
смычка перед лучшей из пес. Сейчас, перед тем, как мы удалимся на маленький перерыв, я хочу представить музыкантов. Надежда. Итак, перкуссия Иван Михайлов. Альт Инесса Виноградова. Ну, как вы только что мне сообщили, флейта Надежда Кузина.